Мы сейчас на батут. И прямо в бассейн, давай! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами, друзья, снова станем рыбами. Рыбами в игре I Am Fish. Помните, мы с вами давно играли в эту игру, в демо-версию ее вот здесь. Можете посмотреть, обязательно посмотрите, ибо угар. Угар полнейший. И угар полнейший — это то, что будет сейчас происходить. Ибо эта игра вышла полностью, и здесь теперь куча всяких левелов. И здесь мы даже, кстати говоря, нам даже не дали возможность выбрать левел, ибо мы по сюжету, походу, идем. А сюжет — это что, важно нам? Я не думаю, что эта игра сюжетна. Смотрите, дрыгающийся хлеб. Его не смущает, что хлеб дрыгается? Там же, блин, рыба внутри. Хлеб должен уже жестко вонять. У меня есть угощение для всех рыбок. Стоп. Это хлеб, делающий рыб разумными? Это особый хлеб из игры «Я хлеб», скорее всего. Точно. Это же естественное продолжение этой франшизы. Вот, мы играем этой рыбкой. Ну что, давайте распробуем весь этот хлеб. Мне кажется, это чертовски неудобно будет играть с помощью клавиатуры и мышки. Я решил это исправить. Теперь я буду с геймпадом. Итак, плыть вверх, плыть вниз. Вот, так гораздо удобней. Давайте сожрем весь этот волшебный хлеб, станем суперразумными и уплывем наконец-таки на свободу. Блин, я беру свои слова обратно. Даже с геймпадом неудобно. Няма. Все, мы... А, нет, мы еще не весь хлеб. Вот последний кусочек хлеба. Огромный кусок хлеба, я его растерзал. Смотрите, рыбы сговариваются. Они основали свой культ. А теперь они тестируют свои способности. Эта рыба вообще летающая. А я, так понимаю, лидер, да? Итак, ребята, слушайте. Мы должны сбежать отсюда. Вот, я умею свет делать. Нет, свет делает солнце. Солнце делает свет. Нет! Они забирают их всех. Все, я понял, нам нужно будет их спасти. Итак, первый уровень. Выбираем. Мы сдохли! А, нет, это мы так спим. Как-то мы внезапно переместились. Мы только что были в аквариуме, мне казалось так. Опять свет мы увидели и вдруг вдохновились, да? Да, рыба, ты видишь это. Ты видишь это море. Нам туда нужно. Да. Опа. Видал? Да! Вот это он смекнул. Окей, начинается приключение. Аккуратнее, аккуратнее. Кто делает такие аквариумы? Полностью круглые. Как они вообще рассчитывали, что он будет устойчивым? Осторожней, осторожней, осторожней. Слушайте, да он сам катится, вообще не проблема. Рыбка еще одна, но она тупорылая, поэтому не будем на нее время тратить. Нам не нужно сейчас время тратить на других рыб, только о себе позаботиться. Ибо мы не сможем помочь нашим чешуйчатым друзьям, если мы сами не на свободе. Осторожней. Осторожней! Твою мать! Прости, друг! Без жертв не обходится здесь. Но, по крайней мере, погодите, никакие жертв. Он же нам показал, что здесь мягко. И мы упали. Слушайте, я помню, было очень трудно управлять этой рыбой в прошлый раз, но сейчас как-то легко. Нет, столкновение! Стоп! Стоп, 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 стоп. Нам нужно в другую сторону. Я боюсь, что мы сейчас треснем. Ой, столько еды вкусной. Не отвлекайся, рыба. Я вижу дверь открыта. Туда нам, на свет. Чё-то не катится. Не можем закатиться на ковер. Нам нужен разгон. Хороший такой разгон. Давай, все же очень просто. Да! Продолжаем. Набираю скорость. Раз, два. И на волю. Но не торопимся здесь. А, ладно, катсцена. Это окей. Да, я помню все это. Я рыба. Так называется эта игра. Думай, рыба. Что нам нужно теперь сделать? Мне кажется, мы могли бы по ступенькам спуститься вниз. Или есть другой способ. Вот, я вижу. Местность нам подсказывает. Да-да-да, мы используем эти провода. Стой, 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 стой. Осторожно. Вот сейчас, вот сейчас. Аккуратственно. Все, расслабляй булки. Ох, нас закручивает. А, все, it's okay. Не разбейся. Отлично, мы собрали еще одну ракушку. Теперь вот сюда надо. Скорее всего, там мы разблокируем наших друзей. Что? Кто сказал? Кто еще сказал? Хорошо, мы подобрали еще одну ракушку. Дальше. Вон матрас. И вот здесь надо быть очень осторожным. Тихо, тихо, греби. Греби в обратку. Молодец. Вот это мы грамотно. Ни разу еще не сдохли. Игра стала просто супер легкой. Легкотня такая, что я даже могу не управлять. Она сама докатится, я думаю. Вон, вижу вдалеке ракушку. Да, нас крутит. Да, нас закручивает. Да, терпи. Эта рыба словно космонавт. Знаете, на центрифуге готовится к полету в космос. Эти голоса, они путают меня. Тихо, тихо, тихо. Перестаньте говорить. А если мы вот отсюда упадем? Тихо! А, ладно, кустики, кустики. Тормози, тормози, тормози. Нет, смотрите, это не ракушка, это хлеб. Он сделает нас еще умнее. Посмотрите, как я прокоцался. Блин, вот надо быть осторожным. Теперь у нас нет права на ошибку. Осторожно. А так. Только продолжай грести в обратку. Продолжай грести в обратку, чтобы... Блин, аккуратнее. Море уже близко. Я чувствую этот запах. Я чувствую морской бриз. А, эти рыбацкие судна. Прибыли, поймали свежую рыбу. Что? Рыбу свежую? Отвратительно. Так, хорошо, мы можем попробовать спуститься вот здесь. Это, конечно же, может нас убить еще вдобавок. Но мы будем стараться грести в обратную сторону. Тихо, 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 тихо. Замедляемся. Вот, я замедлился.
Я очень замедлился. Чик. Очень мягко, очень аккуратно мы все сделали. Еще один чекпоинт. Я так понимаю, это чекпоинты, да? Вот тут прокатимся. О, погодите. А как же нам туда теперь? Мы могли какой-то другой путь найти. Здесь очень вариативное прохождение получается. Давайте изучим местность. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Все, живем, все хорошо. Аккуратней. Вот здесь зависни. Как же понять, куда нам теперь? В обратную? Нет. Погодите, мы что, застряли? Ой. Я вроде умная рыба, но так жестко тупанул. Это я не продумал совсем. Мы застряли. Чекпоинт нас спас. И мы абсолютно, видите, невредимы теперь. А это значит, что можно... Нет! Все, заново. Ладно, из доступных опций только растения есть. Аккуратненько на кустике. Все, мог не париться все это время. Отлично. Чекпоинт. Все, последний штрих остался. Вижу, там есть козырек. Очень мягкий, приятный, аккуратный. А дальше... Тихо! Черт, мы на дороге! Ой, офигеть, как только я осознал, что мы наживлю на дороге, меня тут же убили. Здесь, короче, все дело в таймингах. Осторожней, осторожней. Давай, 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 просто беги, просто крутись. Да, а как люди будут реагировать на рыбу, которая катится мимо них? Давайте посмотрим. Погодите, хлебушек, но мы его уже не заберем. Все, забудь про хлебушек. Но я так хочу этот хлебушек, давай, разгоняйся. Тщетно. Что? Нам нельзя сюда. Нас не пускает. Ладно, тогда прямо вот здесь прыгнем. Есть! Получилось! Как нам теперь выбраться отсюда? Мы прогрызем стекло, да? Или на этом наши приключения не заканчиваются? Нет. Смотри, рыбка. Нужно забрать ее домой. Спрячем ее на чердаке, чтобы мама с папой не узнали. Чертовы дети! Живодеры. А мы были так близки. Что ж, мы оказались на чердаке. Еще дальше от моря. Ну, спасибо. Хлебушек. Мы его заберем, конечно же. Ведь нам нужно еще больше мозгов, чтобы поднять восстание рыб. Но чтобы его поднять, нужно думать много. Погодите, дед, здесь мы не спустимся. Хотя высота вроде небольшая, да? Тихо, аккуратненько. Нассанный матрас, отлично. Нет такой тюрьмы, из которой бы рыба не выбралась. Это же прям побег из тюрьмы, только версия для рыб. Кто смотрел этот сериал, лайк поставьте. Моя рыба, это Майкл Скофилд. Вся обтатуирована, на ней карта. Погодите, а как мне отсюда выбраться-то? Тут дверь закрыта. Надо просто упасть на эту дверцу, и она откроется. Есть! Черт! Нам нужен план получше. Возможно, эту лестницу можно двигать. Да, она двигается. И вниз. Прекрасно. Прямо в окно. Давай. Есть! Стоп! Теперь куда? Путь только один, и это свобода. Аккуратственно. Я вижу, путь сейчас будет. Мы сейчас на батут. И прямо в бассейн. Давай. Есть! Нет, ну мы в воде, это хорошо, но у нас теперь нету средства передвижения. Как быть-то? Хрень полная, но, наверное, хлебушек нам подскажет. Ну-ка. Хлебушек не подсказал. Но если хлебушек нам не помог, то я не знаю, что поможет. Разгон, прыгаем. Хорошо, куда-нибудь, куда-нибудь. Нет, 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 сдохли. Это неправильно, неправильный путь. Но другого-то варианта у нас и нет совсем. О-о-о, даже не дали подумать. Нет. Твою мать. Помоги рыбе, мужик! Мужчина! А, нет. Надо каким-то образом сделать так, чтобы наш аквариум не сломался. Хотя, каким образом-то мы выберемся из этого бассейна? В любом случае, у нас нет другого выбора, кроме как лишиться аквариума. Так, господи, как мне выбраться? Оп, давай. Есть, есть. В тенечке нам будет лучше. Задержи дыхание. Катись, катись, катись! Докатились. У нас есть другой путь. Я его вижу. А как мы заберемся вот сюда, на эти строительные леса? Мы должны вот здесь аккуратненько, аккуратненько. И направо. Да хрен бы там. Я знаю, как это сделать. Нам нужен просто разгон хороший. Прокатились по трубе и говно. Тут главное прицелиться как следует и начать грести. Грести в стенку, что есть силы. Давай, давай, дерьмо. Погодите, в бассейне же дырка была все это время. Стой, 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 стой. Я забыл хлебушек. Ням. Хлебушек отожрали, теперь мы можем направляться дальше. Ну, заныриваем. О-о-о, я не уверен, что хочу туда. О, нет. Я чувствую себя как будто в аквапарке. Господи, да куда же нас несет? Благо мы дышим под водой. Уф. Да, мы попали жестко. Кристально чистая вода. А, нет! Только я это сказал, чуть на шприц спидозно не напоролся. Ну давай, прыгаем. Есть, аккуратнее шприцы. Такое ощущение, как будто в этом городе только одни нарики. Неудивительно, что они все такие ходят веселые. Это обратная, темная сторона города. Вот сюда. Есть. Вы нас будете здесь сливать, я надеюсь? Есть. Вы же понимаете, что я больше не вернусь в свой аквариум. Теперь я буду только использовать окружение, чтобы передвигаться. О, чистая канализация. Голубая вода, такая приятная, даже изумрудная, я бы сказал. Перемещаемся дальше. О, что это? Где это мы? Опа. Теперь мы в ведре уборщика. Ладно, зато мы можем теперь перемещаться на колесиках. Так, аккуратней. Все, 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 хорошо. Не обращай внимания. Твоя машина блестит, тебе вода не нужна.
Эй! Разгоняйся, рыба! С горочки! Оставь меня в покое. Валим! Он медленный очень. Он же обдолбан, как и все в этом городе. Камни мешают. Что это такое? Я разумная рыба, мать твою. Блин, он очень близко. А ему камни мешают идти, интересно? Очень на это надеюсь. Он сейчас поверит в призраков, да, в магию. Хлебушек. Нет, камешек. Стой, 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 стой. Ублюдыш, как ты смел? Посмотри, что наделал, я убираю. Ладно, вперед. Катимся на горочку. Хрена бы лысого. О, осторожней. Осторожней, главное не опрокинуться. Ну, кстати, мы сейчас отлично прям едем. Хлебушек, я думаю, не стоит сейчас на него отвлекаться. Мы застряли! Быстрей! Нет! Будь ты проклят! Вот, наконец-таки я смог проехать нормально здесь. По прямой лучше ехать. Главное не застревать на самом деле. Кажется, я сейчас и застряну. Давай, есть! Вырывайся! Грызись за свою свободу и за свою жизнь. Хорош! Там вода! Впереди вода! А! Вот сейчас будет опасно катиться. Давай, 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 давай! И прыжок! Есть! И вот он следующий левел. Теперь нам нужно в этом прудике что-то сделать. Найти, куда плыть. Скорее всего, он туда. Хотя солнце с этой стороны светит. Но оно обманчиво. А, вон рыжий стоит над своим ведром. Такой, что это было? Бедное ведро! Оно вообще не пострадало. Даже не знаю, что такое настоящие проблемы, чувак. Давайте-ка подумаем внимательно. А, вот ты где, труба. Опять я невнимательно смотрю. Да, нет! Или да? Куда нас? Что? Что? Так мы ж подохли нафиг. Нет, мы живы. Тут же слив. Окей, быстрее, пока он не слился полностью. Фу, я думаю, сейчас сдохну. Всегда есть выход, всегда. Вон, я вижу хлебушек там. Так, стоп, здесь надо... No. И мы снова здесь, только уже с тупой рыбой, тупой компаньон. Спасибо, тупой компаньон, что помогаешь мне. Точнее, ни хрена. Ему насрать вообще. Я плыву. Вот сюда? Наверное. Здесь где-то был хлебушек, я видел еще сверху. Вот ты где. Тебе не достанется хлеб, потому что ты не помогаешь никак. А вон и чекпоинт. Воп, воп, воп. О, стоп, о, стоп, стоп. Аккуратнее. Здесь нужен скилл. Здесь нужен скилл. Скилл. Есть. А просто идеально прошли. Давай, аккуратнее. Вот так вот, нельзя раньше времени себя хвалить. Ну, теперь-то мы точно скилловано прошли, чекпоинт взяли. Катимся дальше. Здесь мы, конечно же, падаем, перезапускаемся и делаем все снова. Но только на этот раз аккуратно и не торопимся. Ой, благо мой напарник не мешает хотя бы. Нет, нет, да, нет, да, нет, да, нет, давай. Да боже мой. А, снова оживленная трасса. А куда нам? А нам, судя по всему, вот в этот переулок нужно. Сможем ли мы? Успеем ли мы? Должны успеть. Давай, проезжай. Оп. Это было легко. Даже не представляю, что дальше ждет меня за этим поворотом. Чекпоинт ждет. Так, 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 вижу, вижу, вижу спуск вниз. Прям по ступенькам. О, надеюсь, я выживу здесь. Здесь надо так четко подгадать, чтобы прямо вот мы же на дорогу выкатимся. Осторожней. Это прыжок веры. Никак иначе не назвать. Сможем ли мы проскочить или нет? Сможем ли мы проскочить с первого раза или нет? Сможем ли? Или нет? Нет! Да! Нет! Да! Стоп! Все окей! Мы свободны. А, и ты свободен, друг мой. У тебя теперь аквариум побольше. Ладненько, вижу. А, здесь нужно правильно подгадать. Нам нужна труба, которая приведет, например, вот сюда. И я так понимаю, это вот ты. Гоу! Бдыч! Давай! Бдыч! Хрень собачья! Прям на лавку. А наш тупица остался жить. Я не понял. Ну-ка еще разок. Давай, давай, лети! Стоп, баночка, баночка, есть! Ох, боже мой, как же мне вот этим управлять? Посмотрите, я рыбка в беде, и всем наплевать. О, видите, даже по мне прошлись. Я так понимаю, они могут меня раздавить, да? Надо быть аккуратней. Не зря они здесь ходят. Стой, 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 стой. Нет, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Почему ты прям на меня идешь? Тихо! Смотрите, вот мразь. Да, я вижу чекпоинт. А, этим сосудом очень трудно управлять. Ну вот сейчас мы выровняли его. И теперь просто подталкиваем. Чуть-чуть. Боже, как мы высоко. Стой, стой. И разворачивай. Умница! О, посмотрите, что нас ждет впереди. Блин, эта игра шутки не шутит. Ладно, ну хотя бы здесь бордюрчики есть. В некоторых местах, правда. Давай так, подворачивай, подворачивай. Оп! Осторожней. Кажется, я наловчился уже. О, черт! Спасибо, сюрпризы, мне нравятся эти. О, даже так. Итак, сама вселенная не хочет, чтобы мы были свободны. Тихо, тихо, тихо. Вы понимаете, какая нам предстоит сейчас поездка? Ну, не знаю, надо очень ровненько сюда заехать. Блин, надеюсь, надеюсь, у меня получится. Так, хорошо, давай, физика все за меня сейчас делает. Ах, на расслабоне еду. Только не разбейся, пожалуйста. Она прокоцалась. Вот мы едем сейчас, там чекпоинт. Будет ли какой-то сюрприз? Аккуратственно, аккуратственно. Тут есть такие маленькие бордюрчики, которые мне помогают, слегка так помогают.
помогают. Слушайте, ну я же по идее прям могу вот сейчас в воду прыгнуть. Мне же больше ничего не надо. Лишь бы в море попасть. А, ну мы еще не над водой даже. А, давайте попробуем вот сюда. Я не знаю, правильно ли это или нет. Найн! О, боже. Давай, в сторону воды. Я куда-то за пределы карты даже выпал. Вот, я выровнялся, наконец-таки. Теперь можно аккуратненько плыть. Нет, вот так. Ну, я называю это плыть, но на самом деле-то мы катимся. Мы плывем, чтобы катиться. Ох, как четенько я вошел. Ой, какой миллиметраж был сейчас. Хлебушек. Черт, 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 черт. О, как я завернул. Да брось, брось, все, едь прямо, отлично. Нас сюда только за хлебушком, да? Да. И вот так, братненько, вернемся сейчас. Мы, кстати, большое количество препятствий только что миновали. Это хорошо, хлебушек нам помог в этом. И мы все еще не над водой. Нам надо дальше. Фига, у меня уже скилл, я так прям аккуратненько обращаюсь с этой баночкой. Смотрите, вот, подвернул вот сюда, подзавернул вот так, выровнял. И еду себе спокойно. О, ноу, нет! О, боже мой, что ты... Нет, что ты делаешь? О, сейчас весь мост упадет. А потом что? Есть! Так и надо было. Да, это был фееричный финал этого эпизода. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я продолжил эту игру. Уверен, нас еще много чего ждет в ней. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!